Ответ на вопрос, с чем связана замена старых номеров телефонов, лежит на поверхности. Связано это с вводом новых телефонных станций. Большинство старых уже выработали свой ресурс. Более того, они не могут обеспечить выполнение повышенных требований клиентов, например, подключение высокоскоростного интернета. Но прогресс не стоит на месте. Если раньше одна станция занимала огромное помещение, а ее функциями пользовалось лишь около 2000 абонентов, то функции новой, достаточно емкой, рассчитаны на 80 тысяч клиентов. А значит, в скором времени номера домашних телефонов поменяются еще у многих жителей Брещины. В центре у нас находится станция координатного типа, которая на сегодняшний день тоже как бы уже свой ресурс исчерпала. Если рассматривать наши ближайшие планы, значит, это у нас район Дубровки, улица Сосновая, Дубровская, Белорусская. Попадут сюда. Это центральная, значит, Карбышева, Пушкина, Маяковского, Буденного, Гоголя. Это на сегодняшний день бульвар Космонавтов. Ну, уже заканчивается плановая замена на героев обороны. В большинстве случаев полностью меняться номер не будет. В центральных районах Бреста поменяются всего лишь первые две цифры. Например, вместо 21 станет 55. В районе Ковалевки все номера, начинавшиеся на 43, еще в прошлом году были заменены на новые, начинающиеся с цифры 52. Но весь процесс происходит не механически. Учитываются и пожелания клиентов Белтелекома. Лишь потом специалисты подводят каждой квартире новую оптоволоконную линию. По согласованию с абонентом устанавливают в указанном месте распределительную коробку, от которой можно провести разводку по всей квартире, в любую комнату, кухню, а при желании ванную. Неудобства есть, конечно, что будет путаница, может возникнуть. Ну, надеемся, что будет связь тогда лучше зато в центре. Поэтому придется терпеть. Больше пользуемся мобильной связью, поэтому таких проблем как таковых не было. Если есть необходимость поменять, значит, это для чего-то нужно, не просто так, наверное, придумали. Ну, неудобство может быть, чтобы знакомым и друзьям вот очередной раз обращаться либо в справочную, либо напоминать. Обо всех изменениях людей предупреждают заранее. Не всем легко смириться с новыми номерами домашних телефонов, однако такая необходимость назрела, и игнорировать ее нельзя. К тому же ко всему новому очень быстро привыкаешь. И совсем незнакомая комбинация цифр в скором времени станет привычным домашним номером телефона.